Здравствуйте. Привет. Я из Петербурга. Вы из какого города? В Челябинска. Очень приятно. Как у вас дела в Челябинске? Взаимно. Ну, жарко у нас очень, Ну, как у у нас вас. тоже, да, сейчас везде. Ну. Какие у вас Ты новости? блогер? Ну, чуть-чуть, да, начинающий. То здесь запись ведется, да? Сейчас стрим идет, запись не планирую пока выкладывать. Если хотите, могу вас закрыть. Да нет, почему, в принципе. А кто Окей. ты? Какое у тебя? Что-что? Какое у тебя имя? Евлампий. А, имеется в виду название канала. Я не говорю в чат-рулетке название канала. Ну, просто Почему? из-за этого могут проблемы возникать. Это политика чат-рулетки или что? Ну, это политика площадки, на которой я веду блог. А что за площадка? Так YouTube или тоже не что-то говорю. другое? Бига Лайф? Что-что? Еще раз, извините, не это, наушник поправлял, не слышал. Ну, Бига Лайф, например, есть. Не, ну, в Какие общем, еще? это не важно. Давайте не будем про мою площадь. Я слишком скромный блогер для того, чтобы так много уделять времени. Тут подписчики пишут, что вы хорошо выглядите. Присоединяюсь к ним. Спасибо. На Сколько здоровье. человек посмотрит? Сейчас почти 100. Ух ты, прикольно. Да. Расскажите про Челябинск. Как у вас дела? Какие новости? Как город вообще? Нравится вам или нет? Что бы хотели изменить? Ну, город, да, я люблю свой город, люблю Россию, родину свою. Офигенно. Радостно слышать. А что бы хотели улучшить, ну или изменить? Город, во-первых, чем замечателен, у нас Аркаим нашей области Челябинской. И по многим данным, это место, это самые первые поселения возникли. Ну, по крайней мере, может быть, нашей цивилизации или предыдущей. Вот. И то есть это самые первые города, то есть официально признанные поселения, это именно у нас в области, в Челябинской области, рядышком с нашим городом. Вот. Город красивый у нас. Очень много старинных зданий, народ доброжелательный, очень много интересных людей творческих у нас в городе. Наверное, много археологических раскопок всяких, Ну да, палеонтологических это то. ведется. Да, ведущий. Круто. У нас даже копать нельзя. Я покупала металлоискатель, так у нас даже копать нельзя ни в городе, ни в парке. Вот у нас парк Гагарина, очень красивый парк, он один из самых красивых в России. Также зоопарк в нем же, ну, рядышком. Тоже один из самых красивых зоопарков, самых безопасных в России. Вот. И там даже в лесу под любым кустом начнешь копать, к тебе подойдут охранники, что вы тут делаете? И это, типа, как черного копателя сразу же привлекут, да? Ну, как бы, ну, нельзя, нельзя. Понятно. Круто, блин, очень приятно, очень радостно слышать, когда люди так вот с теплотой и так ярко отзываются и подробно отзываются о своем городе. Не каждый человек в чат-рулетке так может. Вы прям супер. Вам приветы Спасибо. передают ребята из чата. Спасибо большое. Спасибо, ребята из чата. Вам тоже привет. Ребята из чата, вам тоже приветы. Девчонки, вам тоже привет. Да. Благодарю. Может, у вас какие-то вопросы есть? Хотите, может, что-то обсудить? Да не знаю. Ну, так я общаюсь здесь иногда. Интересные люди попадаются очень часто. Это да. Разные. Поэтому я обычно спрашиваю, чем как бы собеседник увлекается, интересуется. Так как я очень эрудированный человек, я могу практически на любую тему общаться. А кем вы работаете, если не секрет? Я продаю в интернете. Типа свой бизнес или как администратор магазина? Ну, сайт у меня. Это круто. Я примерно тем же занимаюсь. А у тебя что? Ну, вот блок или что-то еще? Не, блог это просто для себя, для души. Я интернет-маркетингом занимаюсь.
А у тебя свое дело или ты как менеджер? Ну, скорее, это специалист просто. Вольный каменщик. А что именно? Реклама или SEO. продвижение? SEO-продвижение. Как раз Прикольно. интернет-магазины только в путь. Так что, если что, можете написать название интернет-магазина, спишемся потом после эфира. Если вдруг вам нужен. Я не рассчитывал рекламировать свои услуги в чат-рулетке, тем более на стриме, но раз уж так получилось, то работа не бывает Ну, лишней. ты можешь написать свое имя и как тебя найти, твой блог. Почему нет? Ты именно так можешь раскручивать свой блог. С кем пообщался, те и подписались. Написал в чатике. Это название канала. Гуглится уже сейчас, ну, нормально. А в Ютубе есть ссылка на Телеграм. Там можно зайти в чат и уже найти меня. Вот, поэтому правда, если вдруг там консультация, взгляд со стороны нужен, я всегда с удовольствием. Ну, благодарю, но просто интересно, посмотрю, как у тебя дела будут, твои блогерские идти. Ну Может да. быть, где-то. Ну, у меня формат такой. Я в основном с украинцами общаюсь, пытаюсь как-то загасить ненависть, нервяки и нормально поговорить. С россиянами говорю про города. Вот очень часто слышу, там начинают говорить, дороги плохие, там еще что-то плохое. Я каждый раз, вот каждый город меня называют, я захожу в Google карты, в Яндекс карты, пытаюсь найти плохие дороги, и все, мне никак не получается. Вот каждый город буквально смотрю. Ну и я же говорю, каждый раз вот сердечко прям оттаивает, когда слышу такие бодрые комментарии. Да вот, город, люблю, классно, все хорошо. Это вообще супер, прям захотелось побывать. Проблемы, естественно, есть, но они такие же, как и во всех городах, поэтому лучше сказать, что хорошего есть, Ну, чем то, давайте что... для справедливости одну проблему назовите, вот что бы вы хотели исправить, или что там по сравнению с другими городами хуже, вот. Ну, я не так много, часто бываю, много была в других городах, но что хотелось бы, ну, в первую очередь, что прям вот вообще меня раздражает, так это то, что деревья подрубают, оставляют такие длинные пеньки. То есть во многих городах их подрезают, ну, веточки оставляют, то есть они такие более-менее эстетично смотрятся. А у нас вот эти пеньки, и вот эту вот проблему хотелось бы, конечно, Кто чтобы из не было. городских служб нас смотрит, пожалуйста, обратите внимание. Я что Вряд ли, мог, конечно. сделал. Ну, Не, клево. у меня есть в планах. Да, благодарю. У меня есть в планах как бы этим заняться. Ну, так как времени очень мало, я все время в работе. Вот. И мусорки установить на каждую, ну, не знаю, через каждые там 50 метров, чтобы людям было куда выбрасывать мусор, который Да, бывает не такое. подходит. Я вот, ну, я в Питере живу и обратил внимание тоже, что, ну, раньше в каких-то местах, ну, как бы у нас очень чисто, у нас убирают, но действительно раньше где-то на длинной дистанции можно было не встретить мусорки. Сейчас как-то устанавливают и большие контейнеры, и, ну, маленькие такие, ну, как сказать, прогулочные, скажем так, мусорки. Вот, прям изменяется в лучшую сторону это дело. Ну, дай бог, чтобы у вас тоже так же было. Удачи вам с этим. Классный Благодарю. разговор, спасибо вам большое. Я побегу дальше искать своих, ну, потенциальных собеседников. Привет городу. Лучшего тебе успеха и Спасибо. народу. Да, Всего доброго. рот вам привет. Пока-пока. Ой, блин, как классно вообще, я кайфанул. Приятная дама. Согласен с вами.